чего Создатель сотворил Вселенную, полную несовершенства, страданий, грехов. Лучшие умы, как на небесах, так и в аду, называют этот вопрос загадкой скорби. Если грех сам по себе часть высшего замысла, разве тогда он по своему определению не божественен? Вопрос для мудрейших. Но были и те, кто особенно неутомимо и страстно желал ответить на него. Нефилимы. Из чадия ангелов и демонов. Воины. Они были жестоки, неумолимы, кровожадны. Пока их не предали четверо их же собратьев. Война, смерть, ярость и раздор. Четыре всадника апокалипсиса. Этих предателей одарили невероятной мощью те, кто поклялся поддерживать равновесие между порядком и хаосом. Обугленный совет. Станьте же свидетелями того, как совет готовится окончить войну нефилимов во имя равновесия. Таков новый договор. Война, лошадь всемирного пожара, ты воплощение всей боли мира. Смерть, темная душа вечности, ты несешь лишь тлен, ты отрицание жизни. Раздор, бескрайний дух вечной смуты. Ты — тревога и муки смятения, что терзают сердца смертных созданий. И, наконец, ярость, ужасающее орудие гнева. Ты — та машина, что... Мы тут что, для пустых церемоний или для битв? Выйди же вперед и приветствуй нас, всадник! Ты самая нетерпеливая среди собратьев. Самая непредсказуемая из них. Ты танцуешь на грани собственной реальности. Твои братья понимают важность своего трудного жребия, но понимаешь ли ты? Опять болтовня? Может, мне послать смерть за чаем или займемся делом? Ярость. Твоя роль в истории еще не написана. Мне интересно, зажжешь ли ты пламя мироздания вновь или окончательно растопчешь его тлеющие угли? Сны куда интереснее, чем явь. Знай я, что новый договор так увлекателен. Еще тогда бы дала войне отрубить мне голову. Можно ли умереть со скуки? Буйство. Тоже скучаешь? Или ты просто ленив? Не люби я тебя так сильно, убила бы, чтобы хоть чем-то заняться. Зов? Наконец-то. Прошу, 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 скажите, что нужно перебить планету демонов. Или две. Война? Что за жалкую судьбу ты навлек на себя, братец? Следи за языком. Быть может, меня чтят меньше прочих всадников, но меня за мой язык на цепь не сажали, как собаку. Ярость, подойди ближе. Полагаю, снова нужно кому-то все уладить. Ты остранный язык, но права. Война презрела беты, данные совету, и разрушил седьмую печать. Апокалипсис? Но зачем ему? Мы не знаем. Пока что. Пока мы говорим, земля гибнет под копьями небес и молотами ада.
Значит, всадникам пора седлать коней. Нет. Пока совет пытается выяснить, зачем и как предатель война совершил столь немыслимое деяние, есть другое дело, что заслуживает тонкого подхода. Вам стоило призвать раздора. Тонкий — это про него. Семь смертных грехов выпущены на волю. Кем нам неизвестно. Но они рыщут по земле. Они томятся в нашей темнице. Равновесие между порядком и хаосом уже на волоске. Семь грехов не должны остаться без надзора. Война в оковах. Смерть пропал. Раздор занят иными делами. В последний раз, когда вы противостояли грехам, понадобилось собрать вас всех вместе. Я и во сне с ними справлюсь. Но когда задача будет выполнена, я требую своего законного права возглавить всадников. Если ты готова обменять послушание на это право, да будет так. Но впредь не смей ничего требовать у нас, всадник. Ты отправишься немедленно. Приветствую тебя, госпожа Ярость. Признаюсь, это неожиданный поворот. Наблюдатель? Сомневаетесь в моей верности? Прошу, не сердись. Я ведь твоя поклонница. Даже не так. Я твоя фанатка. Ты же та самая всадник. Единственная и неповторимая. Хватит! Я позволю тебе сопровождать меня, но не путайся под ногами! Я стану твоей тенью. Стремительной. Тихо. Еще тише! Ступай! Найди место, что называют убежищем. Твой поиск семи смертных грехов начнется там. Ярость, подожди, я... Чтобы между нами не было, загляни в свое сердце. Ты ведь не веришь, что я виновен в этих преступлениях? Что-то не так со Вселенной. Будь настороже, Ярость! Они сговорились против нас! Запомни мои слова! Кому-то из сил. Я тут все узнала. Я один из этого не знала. Она была настоящей кошмар. Thank you.
Убежище. Убежище для кого? Паразитов? Для людей, госпожа. Прелестно. Строить дом на песке во время конца света. И куда же мы теперь должны идти, наблюдатель? Я знаю лишь волю совета, госпожа. Наш поиск семьи начинается здесь. Зависть. Мое! Люди, убежище, все здесь мое! С дороги всадник! Не то и сама станешь моей! Я на задании. Ха! Людей защищать? Люди уверены, что мироздание благоволит им. Но они лишь обезьяны, что присмыкаются в грязи. А ты еще та завистница. Я заберу все, что у них есть. Когда у них не останется ничего, они станут моими игрушками. И я буду забавляться, пока они не сломаются. Тебе меня не остановить! А я и не собиралась. Человечество ужасно переоценено. Я здесь не ради них. Я вся твоя. Нет!
власть в моих руках! Thank you.
победить меня на колени.
Красивый. Попробуй отбери. Это моё! Но, госпожа, не хочу надоедать, но разве ты не должна была поймать зависть? Я поймала. Этот талисман. Это сосуд. Зависть использовала его для хранения энергии остальной шестерки. Он станет подходящей темницей для остальных, едва их материальное обличие будет уничтожено. Если позволишь, в нем что-то... Он издает какой-то гул. Это сияние... Покажет приближение кого-то из семи, знай. Какая мудрость. Ты превосходишь все ожидания совета, госпожа. Звук твоего голоса мне начинает нравиться, наблюдатель. Я бы пренебрегла своими обязанностями, если бы не указала, что даже с талисманом будет очень непросто отыскать смертные грехи. Найти зависть было просто. Это был подарок. Дар, который я бы не рассчитывала получить вновь. Зависть ведь была, несомненно, слабейшей из смертных грехов. Что еще скажешь? Лишь то, что тебе, по-моему, должно быть известно. Армии Небес и Ада поделили мир людей на зоны влияния. Оглядись вокруг. Все это наглядное воплощение борьбы между порядком и хаосом. Ты взялась за весьма незавидное дело, учитывая обстоятельства. Потому и весело. Остальные грехи прячутся в разбитом вдребезги мире. Жажда власти заставляет их наносить удары и по ангелам, и по демонам. Их спесь приведет меня прямо к ним. Возможно, но тебе понадобится помощь. Я возьму все, что мне понадобится.
Я знала, что однажды война обрушит на мир все это. Но увидеть... Что среди тебе?
Выглядит внушительно, но лишь мне кажется, что оно здесь не к месту. Это древо Творца. Скорее всего, мы найдем там убежище. Переполох мы устроили. Говорит демон, объявивший о своей засаде. Я вовсе не намеревался с тобой сражаться, всадник. А ты весьма темпераментная штучка. Не испытывай мое терпение. Да? Что ж, война для меня чересчур опасное предприятие, всадник. Я здесь лишь во имя слепой наживы.
Я Вульгрим. Я купец проклятых. Купец, что наживается на торговле душами. Даже при наступлении апокалипсиса нужно как-то зарабатывать на жизнь. И чьими душами ты торгуешь? Ангелов, демонов и даже людей. Для меня любая душа ценна. Я видел след из тел, что ты оставила за собой. Что мне может быть нужно от тебя? Посмотрим. Что тебе нужно? Информация. 7 смертных грехов. Ходят слухи, что славные всадники всего лишь пешки в большой игре. Жертвы огромного заговора. Что ты знаешь? Я знаю, что это был бесплатный образец. Позови меня, если у тебя будут души, и, возможно, ты посчитаешь мои товары достойными. Приветствую. Не спеши. Как хочешь. Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пожалуйста, не спеши. Как хочешь. Пока прощаюсь. Демонский язык. Они живут, чтобы кормиться на развалинах мира, которые помогли уничтожить. Так и есть. Но невзирая на свою жажду душ, Вульгрим может пригодиться нам в этом странстве. Привет. Пока прощаюсь.
Как же разрослись его корни. Они словно пронизывают все. Так и есть, госпожа. Любопытно, остался ли тут хоть кто-нибудь? Что тебе нужно от скромного торговца?
Это позабавит нас обоих. Как хочешь. Пока, прощаюсь. Прячьтесь за меня, малыши. Я сам разберусь с непрошенными гостями. Садник. Ярость. Сохраняю за собой право убить тебя на месте, а ты? Удивлен и испытываю немалое облегчение. Зови меня Ультейн Черный Молот. Так что, сегодня меня расплющивать не станешь? Ты ведь творец, верно? Да, когда есть что творить. Наши дни мои навыки требуются лишь для создания орудий смерти. Это не твоя война. Нет, но и не их. Как и твой совет, всадник, я обеспокоен равновесием. Люди, какими бы хрупкими они ни были, тоже часть равновесия. Ты ведь наверняка здесь для их защиты. Неверный вопрос. Племя жалких безволосых обезьян, чей величайший талант изобретать все более хитрые способы уничтожать друг друга. Пусть страдают вечно или вымрут завтра, я и глазом не моргну. Тогда что тебе здесь надо? Как тебя звать? Джонс. Джонс. Задай мне тот же вопрос снова, на последнем издыхании. Оглядись! Видишь все это? Ты правда думаешь, что меня что-то пугает? Полегче, парень. С ней лучше не шутить. Правда? А что мне терять? Эта глупая свара выставляет всех вас дураками. Ангелов, демонов, всадников, даже Творца! За что вы вообще сражаетесь, а? Этот мне по душе. Так и быть, дыши дальше, Джонс. Всадник, прошу. С тобой на нашей стороне мы полностью изменим весь ход событий. У людей еще может быть шанс. В моем задании равновесие, но в нем нет их.
Я здесь, чтобы выследить 7 смертных грехов и вернуть их совету. Ни больше, ни меньше. А что, если я помогу тебе? Твою цепочку можно доработать. Искренне сомневаюсь. Я и без помощи отлично справляюсь. Разумеется. Но если ты вдруг не догадалась по имени, я творец, искусный в создании орудий разрушения, хаоса и боли. Сдается мне, что даже нижайший Ультейн мог бы улучшить твое вооружение, если ваше всадничество мне позволит. В обмен на... Человечеству не выжить без помощи. Если встретишь по пути людей, прошу, направляй их сюда. Убежище. Только здесь они точно будут под защитой. Направляй их? Как, по-твоему, эти обезьяны сумеют пересечь поле боя и найти тебя? О, им не нужно. Им понадобится вот это. Мост. Его могут использовать только люди. Одно прикосновение, и их отправят прямиком в убежище. Мне нужно прикасаться к ним? Я согласна, творец. Пусть и сомневаюсь, что твой зверинец станет менее бесполезным. Вот и договорились. А в качестве жеста доброй воли предлагаю тебе подарок. Гнев. Где? Ищи расщелину адской глубины в подземелье, под городом. И прошу тебя, всадник. Да-да, я буду отгонять малышей к тебе, как бы это ни было бессмысленно. Поглядим. И запомни, ярость, двери убежища открыты для любого, кто попросит. Приветствую в убежище. Без Ультейна не знаю, смог ли кто-нибудь спастись. Рад встрече, всадник! Он явно отдается своему делу всей душой. Ультейн? Он не видит, что действительно важно. Возможно. Он еще одна пешка, которая никогда не понять игру, в которую она играет. И ему нравится звук собственного голоса, не так ли? Не он один. Ты что-то сказала?